Раз в год молодежь Лангепаса собирается вместе. В городе состоялся слет детских и молодежных объединений. Подростки проявляют сегодня свою активность во всех сферах деятельности. В городе существует более 40 творческих, спортивных, экологических объединений. Кто-то из ребят занимается поисковой деятельностью, другие помогают ветеранам. Экологически настроенные лангепасцы очищают окрестности города от мусора. И все они делают свое дело с большим интересом. А потому такой слет для них просто необходим, чтобы подвести итоги, поделиться опытом. Впервые на таком общегородском мероприятии участвовали гости из Мегиона. Такая встреча стала возможной благодаря межмуниципальному соглашению между соседними городами. Каждое объединение представляло себя. Короткий рассказ со сцены о своем направлении деятельности, фото на память и буря аплодисментов. Всех мы вас зовем! И за чаем поболтаем, под гитару попоем. И разрешите вам представить участников нашей команды. Ксюха. Олеся. Саня. Елена Викторовна. Петёк. Екатерина. Лера. Дарья. Азалия. Лангепас, вы лучше, мы вас любим. Сегодня первый раз в Лангепасе. Нам очень город понравился, чистый, аккуратный, молодежь у вас активная, приветливая. Я думаю, что это не последний раз будем активно ездить. И Лангепас, молодежь Лангепаса ждем к нам. Для меня это мероприятие – это максимальное получение опыта от других ребят, заряжать просто энергией. Как мы заряжаем других энергией, так и они заряжают нас. Очень сильно ребята заряжают своей энергией, своим позитивом. И прям вот хочется со всеми познакомиться. Мы гости из Мегиона. Сейчас думаю, что мы много чего получим от ребят, каких-то знаний, умений. Поделимся опытом с ними, а не с нами. Круто, спасибо большое за мероприятие. Такие мероприятия проводятся с целью развития детского и молодежного движения, выявления и поощрения наиболее активных клубных формирований.